Всем привет! Меня зовут Дырза Александр, и я хочу дать отзыв Александру Куртееву за его замечательные курсы. И вообще тут история очень интересная была, как я вообще как бы вот столкнулся с Александром когда-то в интернете. Да, вот на самом деле сегодня прочитал письмо, да, где Саша пишет по поводу того, что на конференциях к нему подходят люди и благодарят его. Да, вот хочу сказать, что я тот человек, который подходил на конференции «Золотой актив» в сентябре, да, вот к Александру буквально в проходе с ним встретился, и просто я его увидел, сказал: «Саша, спасибо, там, мол, первый инфопродукт, который я купил, то есть первый курс, это был твой курс». Вот. На самом деле история такая, где-то 2 с лишним года назад, это было примерно в 2011 году, да, примерно, я не помню, ну, где-то осенью или, может быть, еще в конце лета. Вот, я задумался о том, чтобы сделать сайт себе. Вот. И просто набрел в интернете на рекламу сайта на Joomla. То есть, как сделать сайт на Joomla. Я вот с этой системой немножко как бы работал до этого, но мне многие вещи были непонятны, поэтому я по этой рекламе зашел, все это прочитал, меня что-то, видимо, зацепило, и я, в общем, купил этот курс. Потом там, значит, предлагалось сразу же там положить в комплект, докупить курсы, чтобы создать интернет-магазин еще, да. В принципе, я занимаюсь бизнесом уже больше 12 лет. На тот момент я тоже бизнесом занимался. У меня был офлайн-бизнес в тот момент. И я думаю, а почему бы не сделать, ну, себе интернет-магазин, чтобы расширить, как бы, поток клиентов, да, побольше клиентов, чтобы было не только из офлайна, а еще из интернета привлекать себе клиентов. Вот. И я, соответственно, этот курс тоже добавил в комплект и купил его. Вот, с этого, собственно, началась моя карьера по интернет-магазинам. Вот, в общем, вот такой магазин я создал. Единственное, скажу, что я не по системе Александра сделал, а просто пришел к этой системе спустя некоторое время. Просто на том, ну, по тому курсу я магазин сделал, но все-таки решил на готовом движке потом сделать. Тот магазин какое-то время проработал, но я потом перешел вот на этот, собственно. Вот. По поводу, заработал ли я, ну, сначала скажу нет. Сначала долго не получалось, где-то с полгода я что-то, вот был у меня интернет-магазин, но я что-то не мог никак его запустить, то не мог привлечь туда посетителей. Потом, когда с этим разобрался, естественно, какие-то результаты пошли. Вот, и примерно за полтора, может быть, года, за два, ну, больше миллиона я заработал на этом интернет-магазине. Вот. Ну, смысл-то не в этом. Сейчас, в данный момент, я занимаюсь уже обучением по созданию интернет-магазинов. То есть, у меня сейчас есть примерно 14 тысяч читателей, да, которые постоянно читают то, что я выкладываю у себя на блоге, то, что я им пишу письма какие-то интересные, да, хороший контент даю и как бы рассказываю о том, как создать интернет-магазин, как его раскрутить, но уже на своем опыте. Вот. Так, хочу еще раз сказать Александру большое спасибо человеческое за то, что когда-то попался мне в сети. И я вот сейчас вот такие вот курсы делаю. Вот тут у меня целая пачка курсов, да, различных, по созданию интернет-магазинов, по продвижению, по созданию сайтов и так далее. Вот. Еще раз огромное спасибо, Александр. Это был привет от Александра Дырза, город Тюмень. Пока-пока.